Honda Varadero XL 1000. Сейчас будем тестировать посадку и прокатимся. Но у нее реально есть минус, она очень высокая и можно развалить свое очало. Бляха-муха. Ну вес чувствуется, реально чувствуется. Заводим. Идет очень мягко. В принципе, большие ямы особо не чувствуются после спортухи. Тут аккуратно. Ну, тяга на низа хорошая. Тут главное не свалиться. О, как на поворотах? Ну, держит хорошо дорогу. Ну, конечно, скорость маленькая, но в целом неплохо. Я вам честно скажу, я из этой машкары, я вообще не вижу дорогу. Ямы тут или что? Но мотоцикл идет ровно, стабильно. Я даже заметил, что чем больше газу даешь, тем он более ровно себя держит на дороге. Комфортно реально. Вот руки расслабил, еду вообще без проблем. Пофиг, колея, песочек. Это нормально, что мне страшно или нет? Но я не могу отпустить газ. Можно расслабить булочки, потому что мы выезжаем на асфальт. Пошла, родная. У-ху! Вообще тяга нормальная. Я не знаю, наверное, на видео не видно, конечно. Ёлки же зеленые, блин. Непривычно. Непривычно. Не чувствую дистанцию впереди. Ну, едет прям очень мягко, хорошо. Вообще, без напряга можно проехать. Даже на плохой дороге. Но машкару я бы почистил, конечно. Пошла, родная! Ну, судя по комфорту езды, я, конечно, еще на многом не ездил, но по комфорту скажу, что, возможно, эта модель для меня лично вот самая комфортная. Вот это красота! Идет как утюг! Немножко приловчился, уже нормально. Ударился. Обратил внимание, кстати, вот на ней едешь очень медленно, она реально начинает заваливаться, чувствуется очень сильный вес. Но как только ты вот буквально набрал 10 км в час, пофиг, развилка, песочек, идет как утюг. Нормально, достойно.